Электрички – самый народный вид транспорта в Истринском районе. И он же оставался долгое время максимально неудобным для пассажиров. Холодные вагоны, неудобное расписание, разбитые платформы. С первыми проблемами в той или иной степени справились. Вагоны разнообразной комфортности, расписание движений, хотя по-прежнему зияет окном неудобнейшего перерыва в рабочее время, но хотя бы соблюдается четко. Осталось разобраться с платформами. Платформа «Истра» только что после ремонта, но и тут, что ни оттепель, лужи и наледь. Скользкое покрытие в павильоне с турникетами и странное сооружение посреди платформы. Все это – прямая опасность для пассажиров. И со всем этим ознакомился вице-президент по развитию Московского транспортного узла ОАО РЖД Петр Кациф. Могу вам одно обещать. Все будет сделано для пассажира. Все будет сделано к году, когда будет открыт новый Иерусалимский монастырь. Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор Московской области, будучи здесь на совещании с премьер-министром Медведевым, приняли решение, что помимо того, что делается такое святыня, надо еще сделать и инфраструктуру. Вот мы сюда приехали для того, чтобы заняться этим вопросом. Я думаю, что в ближайшие там 2-3 месяца будет выработана концепция, в течение года будет сделан проект, и в первом квартале 2017 года все будет завершено. Мы сделаем все возможные усилия для того, чтобы все, что необходимо для пассажира, было сделано. И нормальные туалеты, и пункт питания, и пользовательский зал ожидания, и возможность приобретения билетов, и возможность инвалидам добраться до поезда и так далее. Все это будет учтено. Платформа «Новая Иерусалимская», возможно, примет основной поток туристов будущего кластера «Русская Палестина». Пока что она принимает потоки возмущения. Впрочем, оказывается, светлое будущее не за горами. Здесь будут большие инвест-контракты, площади железнодорожные и площади муниципальные будут объединены в этот инвест-контракт. Будет найден единый инвестор, который создаст всю необходимую и социальную, и коммерческую, и транспортную инфраструктуру, которая поможет развиваться Истринскому району. 1,5-2 года, которые обещают на реконструкцию станции в Новом Иерусалиме и в Истре, серьезный срок. Ведь, кажется, мы только забыли, как это метаться по вагонам из-за того, что разобрана платформа то в Дедовске, то в Истре. Неужели снова? Увидел сегодня это вице-президент РЖД присутствующий. Он все увидел своими глазами и сделал тоже соответствующие выводы, дал соответствующие поручения. И я думаю, что в ближайшее время более пристальное внимание будет к нашим платформам. Это было все озвучено им. Он, ну, человек мудрый, опытный, и он все это своими глазами сегодня увидел. Елизавета Семерякова, Денис Лесиков, Истранет ТВ.